сегодня за предложение выступить. В очередной раз на замечательном мероприятии Дня Санкт-Петербургской философии, которые первый раз стали праздником городским, получили новый статус благодаря декану, благодаря Юрию Никитичу Солонину и благодарю вас за приглашение принять участие в этом замечательном мероприятии. Я хотел бы рассмотреть довольно кратко несколько принципиальных философско-социологических вопросов о ценностях конституционализма и соотношении ценностей, которые декларируются в Российской Конституции, с определенными базовыми аксиологическими установками нашего общества. Вот уважаемый профессор Ганджиев очень точные, тонкие и глубокие вещи, ссылаясь на Радлова и другие, и на Дюркгейма, что очень мне близко, поставил их о проблеме нравственных принципов, ценностей и формальных правовых установок. Это действительно проблема. Я только не думаю, что она вообще решена. Я даже не знаю, будет ли она вообще, может ли она быть решена или не может, но это вопрос очень острый, и правильно поднимать такие вопросы, правильно думать в этом направлении, особенно когда речь идет о высокопоставленных чиновниках. Это особенно вызывает уважение и симпатию. Конечно, власть должна думать. Это вот совершенно правильно Прохоренко сказал. Чем меньше она думает, тем она меньше власть на самом деле. Кто-то думает за нее, вот и все. И кто этого, кого мы не видим? Если мы видим глупого руководителя, значит, есть какой-то в тени умный, мыслящий и неизвестный нам теневой, то, что Шмидт назвал потестас индиректа, деседер, принимателя решения. Идиот не может ничего решить, он может властвовать, но в содержании его властвования будет находиться за кадром, соответственно, будет менее демократично, чем в случае умного, ответственного и рефлексирующего, способного к операции руководителя. Но это в частности. Итак, первое, я хотел бы, опираясь на свою работу «Социология русского общества», которую я видел вчера, заходил в нескольких магазинах, актив широко продаются в Санкт-Петербурге. Эта книга довольно объемная, «Социология русского общества», я поэтому не привожу ту мощную аргументацию, которую она содержит, на которой она обосновывается, описать некоторые пункты аксиологической структуры русского общества. Я называю это русское общество «Обществом 2», поясняю почему. В своей книге «Общество 1» — это некое нормативное представление о том, что мы хотели бы о себе думать. При этом здесь участвуется политическое, закладывается политический конструктивизм, закладываются социологические предрассудки, в том числе и методологические предрассудки социолога, потому что за социологом стоят некие нормативные модели. Социолог изучает не то, что он имеет перед собой, то, что он хочет в значительной степени видеть. Об этом современные социологи прекрасно показали, в частности, Бруно Латур, ну и так далее. Ну, Латура можно взять в качестве образца, а также и Гидденс, и Бурдью, и власти современной социологии. Итак, когда мы говорим о российском обществе, надо иметь о том российском обществе, которое не соответствует ключевым и расхожим представлениям о самом себе. То есть это общество, которое надо постигать иными способами, нежели путем таких лобовых и программирующих соцопросов. Потому что на самом деле те, кто составляет соцопросы, тот и формирует модель выбора. Ну это понятно, он по сути дела выступает как властная инстанция. Если он говорит, ты за кого? За Медведева или за Путина? То соответственно, к примеру, ответ такой, ну и во всех остальных вопросах. Ты за консерваторов или за прогрессистов, за порядок или за хаос, все имеет ценностную нагрузку, все имеет определенную избирательность, которую представляю в качестве как бы матрицы выбора человека, его просто программируют и обучают. И вот тогда он спрашивает, кто такой Медведев, кто такой Путин, когда это такое, за кого? Соответственно, он и впервые задумывается. То есть это имеет, как известно, соцопрос, это форма определенного управления. Когда человеку дается выбор, вот тем самым программирует, просто назначит ему проблему. Итак, ценности общества 2, или скажем, эмпирического общества, русского общества, которое не имеет 7-минутного среза в данный момент, а имеет некую продолжительность и длительность, вот в феноменологическом ключе, темпоральные перспективы, как прекрасно говорил Гуссерль о том, что настоящее вообще не имеет смысла без прошлого и будущего, как не имеет значения одна нота без всей музыкальной фразы. Мы ее не поймем, почему она выше или ниже, потому что мы не помним предыдущее и настраиваемся на прошлое. Поэтому надо рассматривать общество как континуальный темпоральный процесс.
И, соответственно, изучать его более сложным образом, нежели сиюминутный срез. Сиюминутный срез, на самом деле, практически будет бессмысленным лишен исторического и, соответственно, социологического, а поэтому и философского содержания. Итак, основные принципы, которые можно выделить в качестве аксиологических таких несущих конструкций российского общества, это, безусловно, отношение к патернализму. Сильная власть или того, что можно назвать авторитаризмом снизу. На самом деле, сплошь и рядом, авторитарное правление делают не авторитарные правители и их окружение, а их делают ожидания массы. То есть общество само несет в себе авторитаризм и перетолковывает социополитические структуры в рамках патерналистской модели. Это первый момент. Второе. Методологический и антропологический холизм российского общества. Здесь совершенно в нашем обществе иначе решается фигура другого философского, нежели на Западе. На западном обществе понятие «другой» — это «такой, как я». В русском обществе это то же самое, что и некое великое «я», которое является обобщающим для нас с ним. Отсюда возникает идея русской любви и русской дружбы, совершенно специфические по отношению к западноевропейскому, нормативному для нашего социофилософского аппарата конструкта. Об этом очень многие писали русские религиозные философы, в частности Лоренский, Булгаков. И это с этим связано, если говорить сухим языком, например, социолог Луи Дюмон, можно говорить о методологическом холизме русского общества. Русские вначале воспринимают общество как нечто целое, а потом как нечто частное. Как только мы это принимаем, мы понимаем, что это совершенно другой взгляд на антропологическую и социоантропологическую проблематику. Дальше. Инклюзивное понимание другого. То есть другой не является калькой, но является как раз элементом интеграции. Поэтому объединение с другим и все социальные модели имеют значение нечто большее, нежели совокупность частей. Из этого легко вывести ценность государства, общества, которые превышают ценности индивидуального блага и так далее. Общественное благо становится не калькой или суммой индивидуальных благ, а нечто самостоятельное и в некотором случае парадоксальное. Откуда может быть, что мне плохо, зато обществу хорошо? Мы страдаем, а в будущем наши дети и будущее общество будет наслаждаться. Идея индивидуальной жертвенности и аскетизма оправдывается представлением коллективного блага. Возникает определенный зазор, а в некотором случае и конфликт, решаемый в пользу общества в большинстве случаев. Это специфика именно нашего российского, если угодно, аксиологии, не только психологии. Дальше. Очень сложная гендерная схема в нашем обществе, которая тоже предполагает его специфику. Во-первых, у нас существует формальный, такой очень серьезно навязанный, инерциальный патриархат. И этот патриархат сплошь и рядом как раз объясняет то, что мы сегодня говорим, например, о том, что семья все-таки это семья мужчины и женщины, еще желательно зарегистрированная, нож. Консерваторы, ультраконсерваторы скажут, еще и с детьми, например, уж совсем бракобесно скажут, еще и с крещенными детьми. Это на самом деле, тем не менее, установка, которая описывает лишь один срез, одно сечение нашей гендерной социальности. А ведь второй аспект гендерной социальности заключается в абсолютной феминистичности русского общества. Русские феминоиды, русские мужчины-феминоиды не в меньшей, а подчас и в большей степени, чем русские женщины, которые как раз свидетельствуют подчас о маскулиноидных чертах. Вот эта феминоидность русского общества, она, конечно, ни в каком правовом контексте, нигде не выступает, но тем не менее настолько доминанта гендерной установки, что, конечно, если применить к этому, например, всю критику феминистов в социологии международных отношений, например, там очень интересные идеи, которые предлагали применить к женщинам утверждение Гоббса о том, что общество основано, естественно, состояние общества основано на войне всех против всех, он говорит, поставьте вместо слова «man» слово «woman», и какое «война всех против всех» получите, вы получите другое, концепт общества базовое, другое представление конфликтности и так далее. Но вот если применить этот феминоидный принцип о вечно женском в русском к определенным нашим ценностям, аксиологическим установкам, мы получим просто другое общество. Вообще другое, и описывать оно по-другому. Итак, идея пластичности русского общества, ну, она где-то вообще вытекает, но пластичность, адаптивность к разным аспектам – это наше свойство именно социальное.
То есть нам говорят модернизация. Раз, мы модернизация, нам говорят, все, закончится модернизация. Консерватизм, пожалуйста, консерватизм. Нам говорят, коммунизм, отлично. Церковь, еще лучше. Демократия, просто права человека, пойдет. Отсутствие демократии, монархии, а почему бы нет, это неплохо. Соответственно, можно сказать, что какие мы беспринципные, можно сказать, какие мы пластичные. Вот мы и пластичные. А, это, кстати, тогда комплексы снимет. Почему из партии в партию, все это сказал завтра. Потому что пластичные, и все. Анархизм и хаотичность. Русское стремление к порядку соответствует гигантской повышенной степенью русской вольницы, русской анархии. Русские, может быть, так и любят большой порядок, потому что почувствуют, что без этого порядка они просто не способны самоорганизоваться, они все разрушат. Русские свободолюбивые, в каком-то смысле не то что эгоистичны, но спонтанно сумбурны и капризны в своем проявлении больше, чем любой другой народ. Если это тоже особая вещь на самом деле. И когда говорят, что русские раболепные, русские раболепные наряду, поскольку они холистичны, наряду с гигантской степенью индивидуализма, такого разбойничьего. Каждый под суд при пренебрежении законом. Каждый русский разбойник для каждого русского в принципе, откуда тюрьма, сума, шансон. Поэтому это вещи, которые сел в машину, слышишь шансон, слышишь просто, и кто поет шансон? Поет шансон подчас, иногда, когда выпьют, и представители правоохранительных органов. Тоже мы подошли из-за угла, там, вот, да, на самом деле сознание правоохранительных и правонарушителей очень тесно друг друга перетекает, и поэтому где качается пластично, где одно, где другое. Отсюда и социологические явления, что милиция вытесняет с собой мафию, организованную преступность, постепенно перенимая ее функции на себя. Прошивание тоже непонятно, где закон. Где закон? Закон. И теперь можно сказать, специфика хозяйственного цикла. Русские работают в маниакально-депрессивном темпе. Кстати, возможно, это отражение крестьянского труда. Зимой ничего не делаешь, а там, весной, летом и особенно осенью вкалываешь. Поэтому русские то работают, то не работают. Они никогда не работают методично, как немцы или японцы. Это, кстати, сказывается очень серьезно на определенную. Это тоже ценность. То есть собрались и сделали, встал и все сделал за один день. Там. А остальное время ходишь, смотришь, созерцаешь, на самом деле, можешь сказать, видишься. Метафора семьи является базовой до сих пор, поэтому отношение друг к другу – брат. На самом деле часто это можно услышать, там, брат, и даже по отношению к людям, как довольно неприятным друг к другу. Сестра меньше, а вот братство – это как раз одна из метафор семьи, и проецирование – это метафора, кстати, на политическую систему. Руководитель, президент, премьер – это отец. Отца мы не критикуем, даже если он пьяный, нехороший, никто не скажет, мой отец плохой. Поэтому, когда кто-то начинает критиковать там, Путина, Медведев такой временный, на мой взгляд, было явление, когда критикует Путина, как все воспринимают так, может быть, он это и правильная критика, но это неприличная вещь, просто неприличная. Может быть, мы согласны с этим, но это отец, отца, Путин отца. И, соответственно, что, не надо это говорить. Можно это думать, чувствовать, замечать, но он отец, ну разве можно отца? Кто скажет, что мой отец у меня нехороший человек? Никто не скажет, особенно в разговоре с соседом. Может, там в семье где-то, а так нет. Ценность такого холистского ценного государства. Тоже это понятно, уже вытекает такие. Сакральность миссии, что русские живут не просто так, а для чего-то. То есть существование нашего коллектива, нашего народа, нашего государства должно иметь цель. Оно не может быть ночным сторожем, меньшим из зол. Русские тут же разрушат такое государство, потому что должно быть что-то высшее, тогда сохранится то, что есть. Если это высший горизонт убрать, то, что есть, немедленно растащит. Поэтому, соответственно, Путин очень хорошо понимает необходимость Евразийского союза, пусть даже если никогда не создать, но мы строим великое государство, шире, чем то, что есть, тогда сохраним это, как минимум. Если, скажем, этого достаточно, будем нормальными, мы скажем, ну да, вообще бы нам не сузиться и не сделать какие-то, фрагментировать это. Поэтому никогда русские не наслаждаются статус-кво. Им нужно что-то, пусть недостижимое, но некий ценностный горизонт, трансцендентный или мессианский горизонт. Тяготение к экспансии, широтность русской души. Об этом прекрасно вот филологи, анализирующие метафоры русских, говорят о том, что русский мыслит большое как широкое, а не как высокое. Экспансия идет на горизонтально, а не вертикально. Большое пространство конститутивно русским ценностям.
Поэтому любое пространство русские воспринимают вначале как большое пространство, а потом его как часть. А не то, что маленькое, которое расширяется. Вот эта экспансия – это естественная бессознательная форма и ценность для нас. Велика страна моя, родная, велика. А имеется широка на самом-то деле. Именно широка. Широка, мы и говорим, не высока, не слишком, а именно широка. И вот эта плоскость славянской представления, что мы живем на центре плоского круга, формирует наше отношение к горам, например. Горы нас пугают, потому что считается, что демиург русский Георгий Победоносец, он раз и горе хоробрый, он разогнал горы на периферию, а центр сделал плоским. Поэтому такое плоское для нас очень важно. Ну и, наконец, поэтическая иррациональность, которая не приветствует создание философии или какого-то рационального мышления, и наоборот проявляется в искусстве, в музыке, в таланте. Русский человек действительно талантен и при этом часто глуп. Вот это сочетание глупости и таланта на самом деле должно быть осмысленно как русский экзистенциал. Теперь структура современной российской конституции. Какие ценности мы видим в ней? Мы видим понятие гражданина как базовое понятие, то как ответственный, рациональный, строго дефинированный, описанный нормативной личности. Вторая статья – права человека. Та же самая идея о том, что индивидуум, именно индивидуум как таковой, сформированный на основании западноевропейской философии, как ответственный сам в себе, обладающий естественным правом и отвечающий сам за себя – отдельный самостоятельный пункт, вокруг которого выстраивается вся социальная модель. Мы переходим, если угодно, от методологического холизма к Дюмону, к тому, что Дюмон называл в эссе об индивидуализме и в других своих работах, Гомо эквалис, например, называл понятием методологический индивидуализм. Согласно Луи Дюмону, этот методологический индивидуализм является осью западноевропейского общества. Высшей ценностью и более даже чем ценностью, да, глубже чем ценность, это та матрица методологический индивидуализм, которая всю ценностную систему несет на себе, это корень западноевропейского общества. Кстати, это корень кельзеновского, которого мы упоминали совершенно верно, кельзеновского формализма, это корень гуманизма, с другой стороны, кантовского, везде доминирует индивидуум, то есть то, и это фактически идеология. Идеология западная, которая сегодня претендует на универсализм. Демократия, причем в либерально-буржуазной форме, есть еще народная демократия, органическая демократия. В Российской Конституции прописана либеральная демократия. Под демократией есть разные демократии. Алена Дубина прекрасно это, который выступал тоже у нас у вас на этой трибуне, прекрасно определил эту масонскую триаду свободу, равенство, братство с тремя типами демократии. Свобода, там, это либерте, это либеральная демократия, равенство, эгалите, это народная демократия, как мы говорили о коммунизме, и братство, как органическая демократия, которая предполагает какое-то наличие, например, этнических или культурных связей. Так вот, в нашей Конституции заложены принципы именно либеральной демократии, и скопирована она с тех обществ, которые четко исторически фиксируют либерально-демократическую модель в качестве нормативной и универсальной. Партийный принцип, если мы возьмем Вебера, например, опять же, происхождение партии, это проекция буржуазно-предпринимательского духа на политическое устройство. Кто такие партии? Они построены по принципам компании, где для достижения своих интересов, интерес это прибыль, всегда слово интерес это прибыль, это процент, который мы получаем в случае осуществления хозяйственной деятельности. Для осуществления своих интересов группа людей на свободном основании создает некую фирму, который действует, приносит эту прибыль, ну и эта прибыль распределяется в своих собственных этапах, по мере вноса, вклада, каждый может войти и выйти. То есть государство как предприятие – это макет торгового партнерства, партия. Характерно это для русского народа? Абсолютно не характерно. Какие интересы защищает Единая Россия или Справедливая Россия, тем более ЛДПР или там Справедливая Россия? Ничего, совершенно непонятно, никому для нас, на мой взгляд, не ясно, совершенно другой принцип. Разделение властей – это идея как раз максимального
принцип Конституции заложен в российской, максимального расчленения и рационализации сегментов принятия решения, ограничения одной власти другой. То есть это направлено против монархизма, против традиции, поэтому суд выделяется, он должен быть независимым, парламент независимым от исполнительной власти, исполнительная власть независима и от всех остальных. Вот такой баланс, свойственно этому нашему обществу. Сейчас я к этому подойду. Понятие представительной демократии, не прямой, а представительской, когда выбирают непосредственно не тех людей, которые непосредственно известны в прямом контакте, как в прямой демократии, а которые известны опосредованно. Соответственно, они являются элементами представительной демократии. Федеративное устройство. Причем в Конституции записано, что субъекты федерации практически обладают статусом государства, это было в 90-е годы, для того, по прагматическим причинам, и, соответственно, очень многие признаки государственности внутри субъекта федерации заложены. Теперь следующий короткий момент относительно социологической и исторической подоплеки возникновения европейских конституций. Российская конституция, под которой мы живем, просто является копией, определенной комбинаторной копией западноевропейских конституций. Они возникли в очень конкретный исторический момент, эти конституции, в момент становления буржуазных обществ на Западе, когда доминирующим классом, доминирующим сословием становилось третье сословие, которое стремилось распространить свои собственные ценности, свою аксиологию, свою формализацию, свою психологию, свое представление о власти, о насилии, об основных базовых представлениях философских, свою философию или даже идеологию, если говорит о действительности для России, утвердить его в качестве доминирующей, направленной против кого? В первую очередь против предшествующих правящих классов, но одновременно, косвенно и не особенно взирая на сельское крестьянство, которое представляло совсем другую социально-психологическую модель. Приравнивали буржуа, победившие политики, приравнивали к себе аристократию, низводя аристократию до себя, ну и, можно сказать, возвышали, если угодно, или приравнивали к себе уже в другом ключе, приравнивали к себе крестьянство. И так это была городская буржуазия, которая и заложила свой предельный индивидуализм, свое отношение к государству как к лавочке торговой, партии, вот эти представления заложила в качестве нормативных ценностей, которые получили определенную формализацию в форме конституции. Коммерческий дух, индивидуализм, социальная модернизация, священная частная собственность, отсутствие у государства какой бы то ни было миссии, на этом настаивали Макиавелли, Гоббс и Боден, все создатели такой современной политической модели, урбанистический как нормативный характер, то есть городской характер общества, все это на самом деле заложено в той конституции, в которой мы живем, которая скопирована. Соответственно, таким возникает определенный момент. У нас конституция была создана дважды, и дважды она была вот так вот по-настоящему фундаментально, советская и российская, в условиях, когда узкая политическая элита, фанатиков, элита маньяков, в обоих случаях маньяков, навязали нашему обществу свои абстрактные представления о том, что является нормативным, то есть конститутивным. В первый раз, но сегодня мы понимаем, что большевики были группой маньяков, очень интересной, которые создали колоссальные вещи. Но это были действительно люди, которые руководствовались абсолютно полным безразличием к реальным историческим и социологическим процессам, которые проходили в нашем обществе, и построили свою конституцию на постбуржуазной основе. Хотя наше общество было, безусловно, накануне революции в 17 году находилось на недобуржуазном состоянии. Они нам приписали нормативную модель поведения общества в постбуржуазной ситуации, хотя это была недобуржуазная ситуация. А в 91 году другие либеральные демократические фанатики, западники, навязали нам конституцию, вообще не обращая внимания на состояние реального общества, уже буржуазного. То есть первый раз было допущение, что у нас есть буржуазное общество, было и кончилось, на этом было основание советской конституции, и конститутивно нам говорило, что как это должно быть, а потом, что у нас буржуазное общество. Буржуазное, таким образом, наше в обоих случаях это было, ну и понятно, что социализм у нас был особый, и буржуазное общество у нас сегодня в 90-е годы и 2000-е особое. Вопрос такой, как поэтому и советский строй подвергался
резкой критики не только со стороны буржуазных, но и деятелей, но и со стороны марксистов. Они говорили, сталинизм, откуда вот это четвертый национал Троцкий, вообще откуда еврокоммунизм, и до сих пор большинство марксистов на Западе не считают советский строй социалистическим, и откуда такая бешеная критика в Америке, например, нашего капитализма и нашей демократии, и в 90-е, особенно в 2000-е годы. Если вы почитаете просто прессу, что пишут политологи, ученые, публицисты о российской современной экономике и о государственности, они пишут очень похожие вещи, то, что писали троцкисты о сталинизме. Они говорят, здесь нет у вас ни демократии, потому что все в руках как бы клики правящих, ни свободной экономики, потому что все в руках определенных кланов, приближенных к власти, коррумпированных. Они говорят, это особый капитализм, на нас не похожий, поэтому там мы должны быть бдительными. Точно так же марксисты западные говорят, смотрите, это особый социализм, который обладает бюрократическими свойствами, который, в общем, воспроизводит царскую бюрократию, геополитику царской империи, вообще не является социализмом. Очень сходный момент. В чем специфика этой особости, которую действительно подмечают люди с Запада? С тем, что наше общество особое, и его аксиологическая система, то есть его база, система его социологических ориентаций иная, чем на Западе. Иная значит особая. Соответственно, это общество и есть то, что воздействует на нашу конституцию советскую и российскую в том определенном ключе. То есть создавая диссонанс между социологической реальностью и формализмом юридического порядка. Теперь, как они между собой взаимодействуют? Ну, это уже серьезно. Как соотносятся конституционные ценности и реальные или социологические ценности? Как они соотносятся? Здесь можно выделить три уровня. Первый уровень. Конечно, провозглашенные конституцией ценности, за которым стоит силовой потенциал государства как принуждения, проникают в наше общество и на него влияют. Отрицать это значит отрицать эмпирический факт. Иными словами, Конституция действует. И все заложенные в нее нормы индивидуализма, прав человека, гражданского общества, либеральной демократии, свободы торговли, священной частной собственности, федеративности и прав человека, все это аффектирует структуру социологических ценностей. Но! Аффектирует, верно. Но не подменяет и не отменяет ее, обратите внимание, влияет, но это влияние может быть обратимым, может быть поверхностным, может быть секторальным, то есть у городской интеллигенции или у молодежи действительно может, в них может войти идея прав человека или священной частной собственности, но чуть ближе к провинции это уже менее вероятно. А в сельских районах, я думаю, что Конституцию никто не открывал, и смысл слов там просто там написано и не понимается вообще. А может быть и в городах, может быть, я преувеличиваю интеллектуальную, рациональную степень влияния рациональной западной европейской матрицы на наше общество. Это требует дополнительного изучения. В любом случае влияние есть. А степень и глубина его, я бы хотел сказать, давайте будем точнее измерять. С моей точки зрения, оно, конечно, не абсолютное, но это понятно. Оно даже не глубокое, это понятно. Не случайно мы перескакиваем от системы, вообще не обращая на это внимания, от христианства атеизма непонятно к чему сегодня. Но, во всяком случае, очень живо. Соответственно, второй уровень, какой происходит, взаимодействие ценностей Конституции и ценностей общества. Это, конечно, факт реинтерпретации и перетолковывания конституционных нормативов со стороны общества. То есть общество принимает то, что в этой Конституции созвучно вот этой системе общества 2, и говорит, да, я понимаю, государство это здорово, действительно, правильно. На самом деле, и скотомизирует, то есть не видит, в упор не видит того, что этому противоречит. Вот государство видит в Конституции, права человека нет. Права человека из другой парадигмы, мы не будем их обращать. Или права человека это меня права, это уже такой анархический принцип. Это мои права и есть, вот я человек, вот давайте мне все, вот что у вас плохо лежит. На самом деле, такое толкование прав человека, это тоже форма перетолковывания Конституции в рамках ценностей общества как такового. Теперь, что может быть еще? На самом деле, это может быть третий процесс приведения в соответствие
дивергентной системе ценностей. Это мы видим процесс? Видим. В чем он проявляется на сегодня? Он проявляется в конституционном процессе перетолковывания норм Конституции в авторитарном ключе. Народ хочет авторитаризма, поэтому 6 лет меняем президента. Отлично, все очень хорошо. Еще урезаем назначение губернаторов. Прекрасно, централизм растет. Изменение Конституции, изменение. В какую сторону? Авторитарно. Нравится народу? Да, в принципе, да. Интересно. Упразднение суверенитетов и перетолковывание федерации в сторону унитарного государства все больше и больше. Формально, неформально. Кадыров, который идет впереди этого процесса, отказывается от президентства. Дальше следующий шаг. Все откажутся от того, что они президенты национальных республик, и все откажутся называть эти республики национальными. Будут просто республики, а будут просто субъекты федерации. Идет к этому дело? Абсолютно точно идет. И это правильный процесс, это уже синхронизация того, что мы хотим, и того, что написано. Ну и последний вопрос, я, можно сказать, о определенных... как бы пожеланиях, вот как, какие могут быть пути для вот, развития этой тематики, развития этого диалога между Конституцией и ее ценностями и обществом и его ценностями. Я думаю, что первая и главная задача – это социально-философское осмысление структуры русского общества, как оно есть. Мы не можем адаптировать корпус формальных политических закономерностей по отношению к обществу, которое мы плохо знаем, плохо понимаем, не знаем его языка, описываем его со стороны заведомо таких вот, как бы сказать, неприемлемых идеологических моделей и, соответственно, просто проваливаемся. Соответственно, даже если мы хотим говорить об использовании западноевропейских методологий при изучении общества, социологии и философии, мы должны искать подходящие, а не первые попавшиеся элементы. Ну, например, брать французскую социологическую школу того же Дюмона с его коллективным сознанием, а не совершенно неподходящую нам вот модель Парсонса, например. Да? И даже не Вебера, потому что и Вебер, и Парсонс, они описывают общество очень высоко индивидуализированное, действительно западноевропейское, а вот французы, французская школа социологии говорит о коллективном сознании. Еще кто нам может помочь? Это американская школа культурной антропологии Франца Буаса с его представлениями о культурно-этнических моделях. Блестяще подходит к нашему обществу, в отличие, например, от чикагской школы Дьюи и Мида, которая оперирует с интеракционизмом, символическим интеракционизмом и так далее. Иными словами, мы можем выбирать для изучения нашего общества инструменты соответствующие. Я даже не говорю, хотя вот у нас сейчас вот все больше и больше у социологов возникает вопрос, а не построить ли собственную социологию, на самом деле, которая бы и методологически отвечала, была бы гомологичной тем объектам, которые мы изучаем, на самом деле, как правильно замечают Кравченко, социолог, что ведь на самом деле французская социология была построена для изучения французского общества, немецкого, американского. А почему русская социология, кстати, Сорокин в значительной степени, который стал классиком мировой социологии, сформулировал свои первые базовые утверждения на основании анализа именно русского общества. И он был активным философом, политиком, именно социологом в России. И вот он прекрасный там, ориентир для нас, Петерим Сорокин, и у нас скоро проходят сорокинские чтения очередные в университете, огромный общеуниверситетский праздник будет 7-6 декабря, приезжают замечательные люди. Так вот, последнее, что я хочу сказать, познав русское общество или в процессе познавая реальности русского общества, без всякого, мы увидели авторитаризм, мы говорим, это плохо. А почему мы говорим? Потому что мы сравним с Западом, мы берем западную модель демократии, либеральной демократии за норму. С чего взяли, что это норма? Это одна из моделей, может быть другая модель, может быть религиозная, может быть холистская. Если правильно назвать эти просто нейтральными понятиями, можно сказать, кто-то так говорит, кто-то так, кто-то считает так. Давайте посмотрим без предвзятости, давайте обратимся к народу, давайте будем по-настоящему, ну как бы внимательны и уважительны к объекту, которому мы исследуем, а не навязывать ему сразу какие-то нормативные принципы. Ты должен быть такой, а когда мы увидим недостаток таких качеств, мы тебя как бы внутренне заносим в отрицательную шкалу. Может быть, ты не должен быть таким, а должен быть таким, как ты есть. Может быть, мы должны изменить его, как ученые, свою методологию, свою оценочную систему. Я не говорю, что ничего не надо народу навязывать, им вообще нельзя, не надо править, да, все разрушится. Править надо, но учитывать его как в качестве некого
партнера, что ли, исторического процесса для власти и для интеллектуальной элиты, для ученого научного сообщества необходимо, на мой взгляд. Пусть партнер должен быть, народ должен быть партнером, и общество должно быть партнером. Именно наше русское общество, российское, евразийское общество. Поэтому, каковы перспективы, заканчиваю вот согласование этих двух процессов. Первое. Ну, как можно поступить с Конституцией? Первый момент. Можно ее отменить. Она точно нам не соответствует. Она является в совершенном диссонансе с нашими обществами. И это вот факт. Уже сейчас факт. Поэтому можно ее отменить и жить без Конституции. Есть государства, которые прекрасно живут без Конституции. А есть Конституция, и очень плохо. Конституция не панацея. Это не священная корова. Американцев получилось. О незыблемости Конституции французы заговорили и тут же стали ее менять раз в полгода, там, соответственно, в 18 веке. Можно взять и отменить, и не надо ничего бояться. Это не значит, что надо отменить. Я говорю, мы можем, вот если мы придем, говорю, что эта Конституция нам не подходит, создана в ППХ какой-то группой маньяков, возьмем и отменим, и другой придумаем, или вообще без Конституции будет. Второе. Можно ее радикально изменить. Оставить, на самом деле, какие-то пункты, перетолковать, но не радикально, сохранив, описав дополнительными постановлениями, ну, например, что централизм у нас выше, чем федерализм, то есть такими какими-то околоконституционными процессами, вот это практически сейчас идет, такое осторожное, аккуратненькое перетолковывание Конституции в духе сближения ее с этой аксиологией. Это вот третий путь сейчас идет, но идет и неплохой. А можно пойти четвертым путем, оставить все как есть, и вот как мы говорим, закон как дышло, куда повернешь, а вообще не трогать, и просто плюнуть на эту Конституцию и жить, как мы живем сейчас. Это тоже выбор, на самом деле, потому что общество так легко не переделывается, оно как-то переделывается, как-то изменяется, но можно вот и пойти таким апофатическим путем, я бы его назвал, то есть мы говорим «да-да», ведь ну что такое, русские придумали несколько форм субверсии бунта, один редко используемый прямой бунт, а часто используем, постоянно используем бунт согласия. Это субверсивное согласие со всем. И вот когда мы говорим «да, безусловно, мы согласны», конечно, так, так. Это форма революционной деятельности. Так мы разлагаем смысл. Это политика десемантизации. Мы говорим, вот это говорим. Модернизация прекрасна. И 100 раз повторить слово «модернизация» подряд, и мы потеряем его смысл. Кого модернизация? Чего? Что оно означает? И забыли успешно. Уже говорим о евразийстве. Еще 4 года поговорим о евразийстве. Забудем и это значение. Все, благодарю. Спасибо.